Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Завтра, 25 декабря, обязательно в течение дня положите лавровый лист в свой карман одежды. Сегодня я вам расскажу, для чего это нужно сделать. 25 декабря – несравненный день, покоряющий сердца. Некоторые дни в календаре кажутся просто несравненными, потому что создают весьма лучшие условия. Всем нам полезно периодически обращаться к лунному циклу, ведь он указывает на энергетическую наполненность и характер даты. 25 декабря вас должна обрадовать фаза роста, ведь она указывает на пополнение энергии и тот факт, что с каждым днем вы будете себя чувствовать более бодрыми. Также мы переходим к правящему знаку зодиака на сегодня – Телец. Это вторая позитивная новость, которая делает этот день несравненным. Телец считается одним из самых целеустремленных зодиакальных представителей. Под его воздействием вы ощутите уверенность в себе, упорство, желание добиваться большего, а также достичь хороших результатов. Сегодня можно смело будет браться за самые сложные вопросы, и вы их очень удачно решите. Также Телец выступает магнитом для денег. Сегодня внимательно прислушивайтесь к внутреннему голосу. 25 декабря превратится для вас в лучший день в этом году. По крайней мере, кармический календарь намекает именно на это. Вы идеально разберетесь во всех ваших вопросах, даже если они идут самые сложные. Кармическая дата будет прокачивать ваши навыки, благодаря чему вам будет гораздо проще найти выход из любой ситуации. Это идеальное время для решения любых вопросов. Удача будет на вашей стороне, поэтому если вы хотите максимально достичь хороших результатов, то просто делайте шаг вперед и не сомневайтесь в себе. А вот что не стоит делать в этот день? В первую очередь, не стоит одевать яркую одежду. Вообще, мы никого не судим за выбор одежды и по одежке встречать не собираемся. Однако в этот день лучше не стоит примерять яркий наряд. Считается, что таким образом вы к себе негативную энергетику притянете, заложите неприятный посыл и можете призвать даже бедность. И также ни в коем случае нельзя убираться в этот день. Сегодняшняя дата любезно освобождает вас от уборки, поэтому не прикасайтесь к венику, пылесосу, тряпке. Уборка оказалась под запретом, потому что вы символически будете из дома выметать счастье, удачу и богатство. А вот что вы можете сделать, так это вы можете с самого утра, можете в течение дня. Берете любой лавровый лист, который есть в вашем доме, обязательно его на день положите в карман. Неважно, какой вы положите карман, куртка, джинсы, кофта, все что угодно. Когда будете его класть в карман, вы должны сказать такие слова. Привлекаю удачу победителя, лавровый лист прикладываю. Мечты мои сбудутся, удача улыбнется, лицом ко мне повернется. Слова свои запечатываю, в укромное место я прячу. Как сказано мной, так и исполнится. Сказали три раза, и пусть этот лавровый лист целый день будет рядом с вами. А на следующий день его можно просто либо бросить в окошко, либо отнести под дерево. Именно в этот день вы призовете удачу в свою жизнь, и благополучие будет всегда с вами.